Всем доброго времени суток, вас приветствует компания ОВК Комплект. Сегодня у нас будет видеообзор о том, как подключить однофазный электродвигатель к сети питания 220 вольт. На примере ARE80C2 производства Могилевского завода электродвигатель. Наш электродвигатель имеет следующие характеристики. 2,2 кВт мощность, 2760 оборотов в минуту, 14,6 ампер и КПД у нас 76%, весит 15,9 кг. Приобрести его можно, перейдя по ссылке в описании. Для начала нам необходимо открутить кремную коробку. Для этого нам понадобится ключик на 7 или головка. Наша кремная коробка имеет резиновый уплотнитель и степень защиты данного электродвигателя IP54. Под кремной крышкой у нас есть такой вот наборчик. Здесь у нас гайки, шайбочки, гроверы и перемычки. Также у нас здесь вложен паспорт к данному электродвигателю. Двигатель асинхронный, паспорт, тип и размер ARE80C2, заводской номер и дата изготовления и консервации. Штампик ОТК, все как положено. Давайте сначала подсоединим наш двигатель по первой схеме по условному вращению электродвигателя в правую сторону. Для этого нам необходимо установить наши перемычки на разъемы U2V1 и W2 и U1. Фазу и ноль мы подключаем на разъем W2 и V1. Провод заземления можно прикрутить сюда или же на корпус. Подключение по нашей первой схеме уже готово. Давайте произведем пуск. Наш однофазный двигатель имеет конденсатор, который накапливает электроэнергию. Поэтому после первого включения необходимо его разрядить. Теперь давайте подключим по второй схеме для условного вращения электродвигателя в левую сторону. Для этого нам необходимо переставить наши перемычки таким образом. Перепроверяем по нашей схеме. Перемычка у нас на U2W2 и на U1W1. Фазы и ноль у нас остались там же. На W2 и V1. Если вы перепутаете местами фазу с нулем, ничего страшного. Как вы могли убедиться, ничего сложного нету, но подключение должен производить специалист с соблюдением всех правил техники безопасности. Приобрести данный электродвигатель вы можете в компании ОВК Комплект. Если вам необходимы другие параметры, обращайтесь, подберем и продадим электродвигатель под ваши потребности. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока!